И всем привет! С вами я, Александр Сучков, и в этом видеоролике я сегодня вам покажу, как я буду звонить гриферу. Да, опять гриферы. Я, короче, вернулся к гриферам. В общем, наверное, приятного вам просмотра. Я сижу в костюме, так что, ну, за это, наверное, лайк должен быть, подписка на мой канал. Ну, в общем, я вам уже сказал, что... В общем, смотрите и радуйтесь. Итак, друзья, сейчас я буду звонить гриферу, так я возьму. Так, включаем телефон. Так, теперь надо набрать номер. Так, начинается с семерки. 8 953. Ну, дальше, наверное, вам я не буду палить номер, потому что... Нет, подождите, я вам еще три циферки. Сейчас спалю, и тогда палить точно уже не буду. 13. Вот. 131. Ну, в общем, и остальные две циферки. Вот. 98. 39. Все. Я набрал номер. Я вам его показывать не буду. Я его точно набрал. Можно там его немного запалить. Но я его палить не буду. В общем, ладно. Звоним гриферу сейчас. Вот. Я нажимаю звонить. Он набирает телефон. Я поставил на громкую связь, чтобы вы слышали. Вот. Короче, ладно, слушай. Алло. Что он будет говорить? Я ему просто отвечать это ничего кто? Не буду. Только чуть-чуть, немного. Привет, грифер. Алло. Ну... Ты сейчас занят, нет? Просто... Алло. Я не знаю, просто ты, может, занят. Нет, да. Не занят? Ладно. В общем, ты опять запалился в Майнкрафте. Да, ребят, я опять играю в Майнкрафт. В общем, ты сейчас запалился. Ты меня слышишь вообще? Понятно. В общем, зачем? Ты запалился в Майнкрафте на моем сервере. Ты загриферил того человека. В общем... Да. Сейчас я тебе просто звоню. Ну, как бы я понимаю, да. То, что ты грифер. И ты сейчас на меня ругаешься, да. Вот ты вот нет, зачем гриферишь? Нет, ты же знаешь, ты если смотрел мой канал, ты, ну, наверное, все знают мой сервер, мой канал, поэтому... Ну, ты же знаешь, да? Отвали от меня. Ну, который там еще на моем канале плейлист есть. Антигрифер шоу, ребят, в реальной жизни. Знаешь? Нет? Странно. В общем, я тебе просто сейчас расскажу кратко. В общем, на моем канале есть антигрифер шоу в реальной жизни, где я разговариваю с гриферами в реальной жизни. То есть приезжаю к ним домой и с ними разговариваю. Понятно? В общем, сейчас ты, ну, просто я сейчас с тобой разговариваю, ты по телефону сейчас перестаешь гриферить вообще на серверах, или мне придется к тебе ехать, в каком-то городе там живешь? Я все знаю, я тебя уже вычислил, просто я твой номер даже вычислил. Я так и ну, буду как дальше вычислил? Грифер, у тебя ВКонтакте написан. В общем, чел, ты обещаешь больше не гриферить? И если ты не обещаешь, то я к тебе еду. Так, ну, ты, значит, не обещаешь то, что да, ты да, будешь дальше гриферить. То есть на моем сервере ты погриферил, загриферил парня, дальше пошел грифер другого парня там или кого там загриферил, и так ты откуда? Будешь гриферить, да? Ну, молодец. И что? В общем, я к тебе приеду, конечно же, я твой адрес знаю. Кто не знает, вот я сейчас тебя записываю для даже себя. На телефон, ну, типа, на свой канал выложу то, что ты новый грифер, и я, в общем, с тобой вот сейчас разговариваю. В общем, смотри, я знаю твой город, и вот я половину твоего номера уже запалил подписчикам, ну, наверное, можно там запалить, потому что я давно не ездил уже на антигрифер-шоу, и поэтому, наверное...
Хотел обновить Звоню. коллекцию плейлиста Антигриффит Шоу. В общем, чел, я тебя запалил, все, твой адрес у меня есть, и через несколько дней к тебе Кто приеду. это Ты даже сказал? не узнаешь, когда. То есть я знаю, где ты живешь, какой Как у ты тебя меня дом, спалил? Я не какая твоя понимаю. квартира, я все знаю. Я тебя спалил просто. Знаю твою страну, ну, хотя я в такой же стране, как ты живешь. В городе, У меня вот, ВКонтакте город со всеми подписчикам другойцами пока что палить не написано, откуда буду, ты узнал? но если ты сейчас Мои просто друзья все возьмешь спалили. Или и кто? извинишься за то, что ты загриферил, если ты сейчас зайдешь в Майнкрафт на сервер и Я вернешь дальше вещи буду мне, грифить ну, то здесь, есть, понятно? я потом этому игроку Я вернул. В грифил. общем, ты согласен вообще больше не грифелить Да, никогда? отвали от меня, не звони больше сюда. Ну, ладно. В общем, ты решил дальше гриферить, так, да? Ладно. В общем, смотри, я к тебе, Нет. вот, в твой город, полить я его, говорю, не Да буду ты пока что. достал. Может, ты потом подумаешь, позвонишь мне, вот, ну, в течение нескольких дней. И потом я уже решу. Я еще один видеоролик сделаю, где ты гриферишь. И там я уже свалю, в описании под видео Зачем? будет написано все о тебе. Я спалю все подписчикам, Нет, чтобы не я только дальше я к буду тебе приехал, а грифить, и ты другие все там, врешь. ну, Ничего которые не тебе. любят гриферов. Такие, поверь, люди есть. Поэтому соглашайся сейчас. Ладно. Ну, в общем, ты понял, да? То есть ты вот сейчас мне скажи, ты точно гриферить будешь, да? То есть, ну, чтобы подписчики не Да. подумали, что это все подстроено и типа все. Ты вот сам вот думаешь вот это, то, что я к тебе приеду, тебя поругаю, может, Я тебя, буду не знаю, дальше ну, грифить. бить я, конечно, тебя не буду, но ладно. Ты вот, ты не обещаешь то, что ты дальше будешь гриферить, ты Да. будешь дальше вот обижать людей, дальше тебе будут вот эти, ну, типа меня звонить люди, да, и ты так и будешь гриферить, да? Я буду Типа, дальше в ну, я вот Майнкрафте такой вот просто добрый, вот это, да, веду Антигрифер Шоу. Есть такие люди, которые приезжают и бьют таких, как ты. грифить. Ну, Я потому хочу что ты дальше грифер. грифить. В общем, это последний твой шанс, потому что меня смотрят дофигища людей на канале, и ты просто сейчас спалишься, и Нет. все. Ну, ладно. В общем, подписчики, вы вообще слышите то, что он говорит? Вообще, это фигня какая-то. В общем, ты все понял, наверное, то, что через несколько дней Отвали от меня. я к тебе приеду. Точно. Я точно говорю, Ты я достал. ну, не пожалею там на билеты. Ничего, я куплю, приеду к тебе. Все. Ладно. Удачи. Вот так вот поговорили за грифером. Ну, в общем, вот так я позвонил гриферу, ребят. Кто, ну, не понял, что произошло, пересмотрите опять этот видеоролик. В общем, что я вам могу сказать? Вот так вот я позвонил гриферу в костюме. За костюм лайк поставьте. В общем, я позвонил гриферу, все ему объяснил, и он не понял ничего. То есть он дальше будет гриферить и все. В общем, ничего не изменилось. Ладно. В общем, кому понравилось это видео, то обязательно поставьте лайк. Подписка обязательно, прям обязательно. Набираю подписчиков, и там будет конкурс потом. В общем, вот так вот. Все. Я вам все сказал. В общем, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Сучков. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Ну вас. Пишите комментарии под видео. И всем пока-пока-пока.